Так, друзья, я уже оформила. А, автобус приехал уже, вон желтенький. И грузимся. Всем привет, друзья. Софиечка пошла в садик, Сева в школу. Я иду сейчас на завтрак. У меня сегодня день переезда. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. И будем переезжать вместе. Я уже позавтракала, мы сейчас собираемся ехать в ЗУС, там оформлять документы на выплаты. И потом, после него, мы поедем в консульство. Там мне нужно взять справку, что я пересекла границу с украинским паспортом и, в принципе, могу находиться без проблем здесь, в этом городе, без загранника. Вот, и еще там продлевают сроки, у кого заканчивается загранпаспорт. Вот, так что мы сейчас быстренько съездим туда. И ну, нам нужно успеть к часу вернуться обратно, потому что у нас в час выезд с отеля. Куда мы поедем, еще неизвестно, но буду держать вас в курсе. Подписывайтесь, не забывайте. За этим зданием должен быть наше место, куда мы идем. ЗУС, правильно он называется или как? А ты говоришь, людей не будет. А вот мы и в очередь попали. Все понятно. Да, пошли спрашивать. Итак, смотрите, друзья, что я могу сказать вам. Вот такая очередь, но я уже ее прошла. Так вот, я записалась на 4 число. Сделают мне временный загранпаспорт. Вот. Сейчас мы бежим в ЗУС оформляться. Если успеем, будет хорошо. Не успеем, ну что ж, поделаем. Сейчас посмотрим. Так, друзья, я уже оформила все, что мне нужно было. Сейчас побегу в отель, дособираю вещи, которые не меня собирала, и побегу за Софийкой. Друзья, я бегу за Софиечкой. Сейчас заберу ее, потом быстро за Севой. И в час к нам приедет уже машина за нами и повезут нас на новое место. Еще не знаем куда, но, в общем, будет что-то интересное. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, не забывайте. Всем хорошего дня. Я забрала Софиечку, вот она, привет вам передает, да? Да. Всем привет, привет. Всем привет. Мы сейчас за Севой идем, заберем Севульку и будем собираться. Сейчас, может, здесь... Вот он! Привет! Привет, мой хороший! Привет! Привет! Как? Много нового? Расскажи, да. Расскажи. Что, расскажи. Так, короче, сегодня я наконец-то нашел своего первого друга. Серьезно? Класс! Да. Все, мы прибежали в отель, за нами уже приехали. Сейчас будем выносить вещи. Так, я половину вещей уже вынесла. Фух, где? Вот они, мы все переезжаем. Кто-то говорил, уже снес все вещи. А тут что-то вообще не все. Хорошо. Вот мы уже вынесли вещи на улицу. Сейчас приедет что-то. Готовы? И поскорее. Да, сейчас автобус подъедет. Расскажите свое мнение о переезде. Тема, неоднозначная. Эмоции. Все в ожиданиях? Главное, чтобы было все. Да. Что, моя рыбка? Когда поедем? Поехали, сейчас автобус приедет. Дядя скажет и поедем. Может, он разворачиваться поехал? Грузимся. Спасибо нашему отелю. Едем в другой. Я тут. Привет. Привет. Поехали. Поехали. Нас сопровождает машинка. Такая классная.
Давай, молодец. Итак, друзья, нас привезли в общежитие. Мы будем жить теперь в общежитии. Сейчас покажу, что с этого получится. Открываем двери. Откроешь мне, пожалуйста? Ой! О, день добрый. Ой, как тут тепло, да? Здорово. Тепло. Крыша над головой. Еще и покормят. Вообще красота. Что надо? Больше ничего не надо. Что, еду принесли? Принесли еду? Понедельник 4 часа. Тем более это в очереди там 31. Вот такой у нас обед вкусненький. Нравится всем? Нет. Здрасте. Нравится? Здрасте. Что ты мне даешь? Хлеб? Наелась? Привет. Привет всем. Зараз будем выносить. Спокойнее. Красный пахнет, да? Спокойно, Мария, да? Може бути? Спокій номер два. Ой, дякуємо. Клас! І тут буде спокій номер три, але чому? Большая спальня. Это для меня. Это для деток. Ну супер. Стол, шифоньер. Что нужно еще вообще? Красота. Соседи любимые. Классно. Чтобы вы понимали, нам собирают новую мебель. Класс. Вот так вот принимают в Польше. Супер. Ну вот, друзья, мы заселились. Мои покои я вам уже показала. Что я здесь? Это большая кровать. Вот здесь чуть поменьше. Односпальная здесь. Односпальная. Шифоньер большой. Стол. В принципе, мама, все, что нам еще нужно. Все супер. Мама, так что вот такой наш переезд. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, не забывайте. Всем спасибо, хорошего дня.